Ну что, ребята, закупилась я в Кауфланде на 50 евро 12 центов. Посмотрите, огромнейший чек. Цены я подпишу под видео. Я купономан. Я обожаю купоны использовать. Здесь 4 евро. Если покупаешь 4 продукта от здесь стоящих, да? Я купила порошок шпрее. Он стоил 2,23. Но вот я взяла 4 пачки разного, он совсем новый, в гранулах такой. Получается, он мне вышел ОЭРА 23. Я купила разный, купила вот такой вот в капсулах и в гранулах. Совершенно новый порошок. Обожаю эти купоны, благодаря группе на Юлином канале я это все узнаю. Я состою в группе с Юлей, с девчатами экономить. Всем девчатам привет-привет. Привет от меня. Итак, купила в Кауфланде по 49 центов. Сегодня тоже акция. Все показываю по акции. Обожаю акции. 7-Up 49 центов. И Pepsi с ваниль. Потом Skittles. Пряники русские. Куда я без них? Паштет. Взяла вот такую вот колбаску ребенку. Получается 10 колбасок. И доза идет в гратис. Классно, да? И стоила она 4,99. Дешевле даже ее купить, чем по отдельности. Паштетики, кстати, сегодня стоили евро 29. Также я купила по акции Мюллер Миль по 49 центов. Марк Бранденбург молоко 3,5%. 3 штуки по 79 центов. Оливки мои по 99 центов. Пицца от фирмы Кати по 99 центов. Соль 16 центов. Кекс 99 центов. Была огромная акция на такие вот макарошки, нудель, ракушечки и шпагетти по 69 центов. И в каком-то там приложении я еще могу вернуть деньги. Обязательно верну, как закончу с этим видео. Также я взяла вот такой бокс к макаронам. Дети его обожают. И это стоило 3,99. Также к макарошкам на другой день, например, я буду использовать бологнезом. Он идет с говядины. Также макарошки. Здесь оно идет со шпината и со свеклы. Опять же, можно к картошке или к макарошкам вот такую вот курочку. Очень вкусная. Купила также муку, кетчуп. Яйца были сегодня по 37 центов. Мои семечки. Куда я без семечек? Я обожаю семечки. Они сегодня стоили 1 евро 59 центов. Что я пропустила? Пропустила я еще этот йогурт. Также я купила арбуз 47 центов сегодня за килограмм. И вышел он мне евро 74 цента. Ну, он такой небольшой. Думаю, что он будет очень вкусный арбуз. По арбузу последняя моя покупочка. Я купила вот такое вот, знаете, 5 минут заварил и готово. Это все-таки на чрезвычайный случай. Мне надо, чтобы у меня это обязательно лежало дома. Это всякие макарошки, например, с моцареллой. Соусом. Так, это с бологнезы у меня идет. С бологнезы. Картошечка. Тут же у меня тоже картошечка. Да? Опа. Мне вот это вот тоже нравится. Здесь картофель брай. И такие маленькие-маленькие фрикаделечки. Вот такие прекрасные покупочки по акции и купонам были на сегодняшний день в магазине Kaufland. Я очень довольна нашими покупочками. Все это пригодится, все это скушается достаточно быстро. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. Пишите комментарии, любите вы покупать по акциям или по купонам. Как вы относитесь к купонам? Всем пока-пока!